И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Lost Ark — это фэнтезийная MMORPG игра. В ходе игры можешь создавать множественные локации и проходить увлекательный сюжет, выполняя задания. Для любителей PvE лезть в отличную типа подземелья. Игрокам предоставлена ваша возможность проходить скрытые подземелья, использовать интерактивные объекты и сражаться с боссами. Сторонники PvP могут сражаться на арене. Заходи и играй. Ссылку я оставил в описании под видео. Всем привет, с вами снова я, Блэк Фалка. И сегодня мы продолжим ходить историю Алекса Хантера FIFA 18. Но перед тем, как пошел поддержать его лайком или дизлайком, написать коммент и подписать на канал, чтобы не пропускать новые видео. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Это очень сильно помогает развитию канала. Вступай в ВКонтакте, Телеграм, на пожелание можешь поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Ну, погнали. Here we go, lads. Back at the grindstone. Let's show the gap. Let's have a little fun and work on our long-range attempts at goal. Так, потренируемся перед финалом. Тут, в принципе, ничего сложного нет. Так. Неплохо. Так. Отлично. Так. Так. Ну, продолжаем тренировочку. Погнали. Гол. Офсайд получается, видимо. Голкипер спасает. Красиво было. Так. Опять офсайд. Так. Ну тут вот я справился. Так. Ну тут на троечку. Наш путешествие продолжается. Уильям шнёрничает. Так как выиграем два матча. И Уильям попал в штаб. Congratulations, Danny. You have earned it. It wasn't easy, mate. Was not easy. Did you think it would be? Straight up? I've always been the best player on the pitch ever since I was a kid. Never had to try that hard. Everyone in this dressing room has always been the best. It's the same at every club. Now, you're with the best of the best. Well, I hadn't thought of it like that. Good point. But now the Williams is back where he's supposed to be, huh?
Так, ну погнали. Играть мы будем против Манчестер Юнайтед. Поехали. Так, проверим параметры. Будет интересно. Дежавю. We'll see you out there, Walker. He will. Приветствуем вас на финале Кубка Английской Лиги. Для команд это первая возможность заработать трофеи в этом сезоне. И что самое интересное, сегодня играют команды, которые в прошлом году встречались в финале Кубка Англии. Да, в финалах игра обычно ведется... А там был Миддлсбрух Сандерленд. ...матч уже в первом тайме. Но мне кажется, что в сегодняшней игре будут лететь искры, жесткие стыки... Там был Миддлсбрух Сандерленд. Мы-то это помним. Эти соперники жалеть друг друга точно не будут. Дэнни Уильямс в стартовом составе, и у нас намечается интересная дуэль Уильямса с Уокером, который играет под тем же номером в противоположной команде. Удал? Да, тренер. И вот я отложаю. Невероятный сейв! Угловой будет. Отличный удар. Мяч уходит на углову. И прямо в центр. Удар! 1-0. Счет открыт. В финале есть гол. Да, и без голов финал это все равно, что мороженое без рожка. 1-0. Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал, мяч. Вот интересно, а что делали 1-0. В этом эпизоде защитники? Гордон Дуайт Гейл. 1-0. Сейчас будет веселее. Это всего лишь шестая минута встречи. Внимание, Матич. Защита справляется. Матч. Филипп Бернард с мячом. Дэнни Уильямс. Но мяч еще нашим. Мяч брошен, не хотят терять ни секунды. Макс. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Главное держаться. Уокер. Уильямс. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Крис Смолин. Чисто сыграл. Удар. Угол. Спасает ворота Давид Дехеа. Мяч за пределами поля. Угловой. В центр штрафной. Подан мяч с углового. Хороший вынос мяча из штрафной. Не догонят наш. Хуан Мата. Так, дело жарче. Бернар. Интересный игрок этот Дэнни Уильямс. Он очень молод, здорово играл в чемпионшипе, чем и привлек внимание клубов АПЛ. Но с тех пор, как он заменил Алекса Хантера, как-то у него дела идут не очень. Да, но в полуфинальном матче открылась его новая сторона. Мне очень понравилась его игра, причем не только индивидуальная, но и командные действия. Он добавил движение, оживил игру, и мне кажется, парень взрослеет и прибавляет к
как на поле, так и... Нужно забивать! Обидно. Финин, арбитр поднимает флаг, Дэнни Уильямс в офсайде. Но офсайд, да, был, но я все равно не попал, так что ничего страшного, не произошло. Дэнни Уильямс набирает скорость и рвется к воротам. Навешивать надо! Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Так. Филипп Бернард с мячом. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? С мячом Дэниел Уильямс. Антони Марсиаль. Это Уокер. Отлично сыграно, надо решать. 1-1. Есть гол, они сравняли счет. Отличный финал и еще... 1-1. Молодцы, сумели они сравнять счет, матч продолжается. Первый такой сейчас момент и гол. Гол напрягся Хуан Мат. Гол! 2-1. Выводит свою команду вперед в финале Кубка Лиги. Пока что это самый важный гол Уильямса в карьере. Еще недавно все говорили о том, что он не готов играть на... Ну, красиво. Получилось. Где эти все люди сейчас? Ау, Дэнни Уильямс выводит команду вперед. Победным, парень станет настоящим героем. Манчестер Юнайтед пока проигрывает. Андер Эррера. Мата Гарсия. Не удается уходить мяч. Лили. Разрешаю. Свисток арбитра фиксирует нарушение и пробьют соперники Манчестер Юнайтед. Там все идет довольно-таки неплохо. Филипп Бернард с мячом. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Голкипер отражает. Появляется хватает, но есть возможность добить мяч в ворота. Угол? Не, аут. Внимание, Матич. Первый тайм завершен. Пока 2-1 ведем. Матче впереди перерыв. Разница в счете сейчас не та, чтобы начинать фраг. Но по игре мы смотрели уже получше. Давайте посмотрим, что же будет во втором тайме. Итак, начинается второй тайм финала Кубка Карабао, и мы с нетерпением ждем, что же будет дальше. Команда, конечно, чуть-чуть подустали, играть будет сложно, но желание победить и стать обладателями кубка перемешивает. Пас. Думаю, второй тайм обещает быть как минимум занимательным. Бернар. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Ставит корпус, укрывает мяч. И в атаке Дэнни Уильямс. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Гаррет Уокер. Не прошла эта как передача мяча соперника. Бернард. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Есть тут возможность к воротам убежать. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно с ленточки мяч вынесли. Потрясающий момент, который чуть не обернулся голом. Майкл Керрик. Генрих Мхитаря. Так, атакуют пока МЮ. Это может быть опасно. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Андер РР. Макс.
Опасно. Голкипер спасает. Без труда он его забирает. Генрих Мхитарян. Матч. Перехват мяча. Держать. И начинать атаку в обратную сторону. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Андер Эррера. Антони Марсье. Неплохой заброс вперед. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Так-так. Это может быть опасная атака. Генрих Мхитарян. 14 минут осталось. Уокер. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Андер Эррера. Как все команды ушли мы в оборону. Защита надежно играет, мяч отобран. Ничего не ясно. Голы еще будут. Это я вам гарантирую. Андер Эррера. А, ну фол был. Судья назначает штрафной. До конца игры совсем немного времени. Уильямс получает желтую карту. Не оценил старания Дэниела Уильямса арбитр и выносит предупреждение. Нет, это не борьба и не хоккей. В футболе подобные вещи карают штрафными ударами. Ну да, да, не успевал он здесь за оппонентом, поэтому пришлось нарушать правила. Вынос. Тут может что-то получиться. Потерял он мяч, но кому он достанется? Смещается в центр. Нет, не дошел этот пас до адреса. Ушел мяч за боковую, Манчестер Юнайтед вбрасывает. Ну, главное, что чтобы подержать. Майкл Керри. Мхитарян. А вот это уже здорово. Не торопись. Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Мяч наш. Все, мы чемпион. Еще раз поздравить Кубок взят. И всю команду с победой в финале. В этом матче они доказали. Прилыш получен. Атакует Дэнни. Well played, Williams. I reckon you grew up a bit as a player today. Thanks, boss. I'd have you on my squad anytime. Вот и Гарнет. Акс. Came up short, eh, Walker? That's nothing new for you, though, is it? Nice one. Real class act you are, Williams. You give what you get, mate! Команда ушла в раздевалку. И пятая глава пройдена. Продолжаем штаны. Команда идет пока на третьем месте.
Видим штавую причёшку. Погнали. Хантер вернется на поле. Восстанавливаешь пока Алекс. Сейчас новое совпадение Уильямса. И поздравляет его триумфом. You ready? Ты ready? Что? Ты потихоньку восстанавливается Ханто. All right, let's get on the field and kick around a bit. Maybe give it a few more days, yeah? That's what you said a few days ago when the doctor cleared you. I don't want to end up like that. You never had the kind of rehab you had. Your club sent you halfway across the world for the best physio. Так же, как отец. Dad's knee was like totally blown out. Come on, getting hurt is part of the game. Oh yeah? What would you know about it? How about breaking my leg when I was 14? Having quack doctors tell me I'll never play again. I learned a bit from that. I didn't know. How would you? Look, it's just the level that I need to be at, that I was at. The margins are so slim. Something like this could make the difference. It's a real obstacle, you know? Obstacles. I lost my mom when I was 8. How's that for an obstacle? How about trying to make it in the women's game while juggling school, practice, travel, matches? Ever tried doing your homework on the back of a bus? Playing 90 minutes, getting home at 2 a.m., then having to go to school the next day, barely able to keep your eyes open? All just for some college recruiter, hoping he might notice you've got some talent. You know, I don't have some big contract waiting for me. All I'm doing is fighting every inch of the way, every day to play the game I love. And there's you telling me you won't fight right now to get back what you already have? So this is what having a little sister's like. Too much? Nah. Bang on, kid. I think you can bend a few crosses into the box for me. I'm worried I might be forgetting what it's like to score goals. On a platter. All day, every day. Yeah, I'm gonna hold you to that. Ну, посмотрим и поставим как второй матч, так как это все новая глава. А вот как тренировка, но позже будет как второй матч. Ну что, глава новая. Значит, что все-таки у нас один получился, но ничего, что важного. Так же. Неудачно. Штанга, ну и последняя попытка. Looking pretty sharp. Well played, Hunter. Пошел, я тебя что-то неловко. Thanks, Dad.
feeling pretty good, eh? Wasn't talking about you. So you're good to go then? That's great. Groundsman wants his pitch back. You sure you're fit to play, son? Он тоже первый готов наиграть или нет? Good. Already told the club. Expecting you next week. Ну, собственно, спокойного матча шаговаем. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм. Мое пожелание, можете пожать канал Донат. Все ссылки в описании. Всем пока!